Ван Гог пишет «Звездную ночь» летом 1889 года во время пребывания в психиатрической лечебнице святого Павла Мевзолийского около Сен-Реми-де-Прованс. Жители Арля потребовали, чтобы рыжий безумец покинул их город. И он, не желая никому докучать, добровольно принял решение уединиться в лечебнице. Письма являются отражением ясности его ума, которая отчасти соответствует и отчасти противоречит ореолу безумия, окружающему личность Ван Гога. «Я намереваюсь смириться со своим состоянием сумасшедшего», как Дега признал себя в качестве нотариуса. Винсент переживает тяжелые приступы депрессии, которые сменяются моментами относительного спокойствия, и тогда он всецело отдается живописи. С периодом пребывания в Сен-Реми связано новое изменение в его манере письма. Светлые плоскостные цвета, характерные для Арля, уступают место более темным тонам. Появляются завихрения, волнообразные линии, динамичные цветовые пучки, которые создают или усиливают движение и контуры его живописи, ставшей менее статичной, чем раньше. В 1888 году Ван Гог пишет: «Глядя на звезды, я всегда начинаю мечтать. Я спрашиваю себя, почему яркие точки на небосклоне должны быть менее доступны нам, чем черные точки на карте Франции». В этом же году он пишет картину «Звездная ночь над Роной», находящаяся в Париже в музее Д'Орсе. За несколько недель до работы над самой картиной «Звездная ночь» он пишет эскиз, который находится сейчас в Кунстхалле, в Бремене.